Поищу укрытие. Откуда этот звук? Надеюсь, этот оракул не такой мрачный, как Спарк. Давай!
Дельфийское святилище. Сами боги оберегают эту землю. Что ищешь? Спасибо. Подходи. Thank you.
До новых встреч. Скажи, если что-то понадобится. Иди сюда, медуза бесхребетная. Малака, это же хозяин орла. Подрос со времен Кефалинии. А ты постарел, Фотий, дыхание пса. Последний раз, когда мы виделись, я поджег твой корабль. Корабль и бороду. К счастью, я почти ушел на покой. Здесь люди платят наемникам больше, чем на Кефалинии. Конечно! Больше, чем Маркос, как пить дать? Все платят больше, чем Маркос. Тебе повезло, что с ним работал я. Я сразу понял, что он паршивый плут. Теперь я беру что попроще. Сейчас, например, работаю стражником. Обычно это легко. Наемника только могила исправит. Нам тяжело отойти от дел. Ты прав. С каждым днем я... Что-то случилось? Жрецы... Твой... Да, в отличие от тебя. Ладно, я помогу. Но что? Я не забыл былые деньки. Я в долгу перед тобой. Мне не нужна награда. Я быстро их разыщу. Алексиус, здесь прекрасно, правда? Боги так близко. Я чувствую присутствие Аполлона. Как дела с Алпинором? Поговорим об этом позже. Кто это? Простой паломник. Он был у Оракула. Я спросил, так ли она всесильна, как говорят. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и Оракул. Ты не соврал. Это и правда копье Леонида. Само сорвалось с языка. Малака, Варнава, думай головой. Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы поладите. Как же...
Ты узнал копье, лишь взглянув на него? Ты непростой паломник. В Дельфах все сложнее, чем кажется. Даже я. Меня зовут Геродот. Я историк. Или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Хм. Это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу. Людей гонят прочь. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь! Да я состарюсь рано! Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Ладно. Он потрясающий. Я хочу увидеть Пифию. Войти могут ли... И как стать избран... Занять мест. Я похож на того... Ощути силу, выбирай мудро смерть. Я ищу отца. Настоящего отца. Кто он? Это ты! В моем видении! Дитя на скале! Откуда ты знаешь? Уходи отсюда! Уйти? О, я знаю. В Каосе ты бросил вызов жрецам. Ты спас девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос. Пифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов. Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же. Любой мог... Меня сбросили со скалы. Предупредить? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком? Слышал кое-что. Похоже, Пифия их боялась. Увели? Это ужасно. Я поговорю с ней, когда ей... Тут без чуда не обойтись. Я разыщу дом. Алексио, вспомни, где нужно действовать хитро. Новое утро. Об этой пещере говорил Фотий. Жрецы были здесь. Я!
Один из жрецов, но сапфиров нигде нет. Договор в силе. Мы заплатим за сапфиры полную цену. Встречаемся в крепости Десфина. Что ж, я знаю, куда отправлюсь.
Не поддается. Вижу их. Вот они, испачканы кровью, но все еще сверкают. С возрастом все становится лучше. Даже ты. Оракул сказал мне, чтобы жить долго и счастливо, нужно быть молодой, в душе. Рад слышать. У Карагаса, моего мужа, трудности. Он не может... Думаю, никто не смог бы. У меня много любовников, но он мне дорог. Не описать, как мне хорошо с ним. И не надо. В молодости мы убегали в лес под луной.
Может, и я буду таким страстным. Сейчас во мне больше страсти, чем прежде. И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает... Ладно. У нас с Карагасом есть деньги. О, и ничего больше? Я хорошо заплачу. Я принесу ингредиенты. Ликуй. А почему они в крови? Жрецы никудышны. То... Хайре, старик. Вот безделушка и сокровище. Надеюсь. Вдруг ты отправишь... Если увидишь этого... Thank you.
Кто станет пить эликсир из этого? Можно сделать из таких ингредиентов. Yeah!
Пошел!
Это священная земля. Уходи отсюда. Ну, либо объясняйся, либо уходи. Кто ты? Я пришел с миром. Отвечай на вопросы. Кто ты? Для друзей Алексиос, для всех остальных хозяин орла. Я Дафна, первая из дочерей Артемиды. Похоже, я нашла того, кого искала. Кто тебе нужен? Воин. Охотник. Тот, кому неведом страх. Тот, кто пройдет испытание. Разве можно отказаться после таких слов? В этих краях водится дикий вепрь. Мне нужна его шкура. Мне нужно убить свинью? Это необычный вепрь. Посмотрим, справишься ли ты с ним. Убей его, принеси шкуру. Я буду ждать. Награда тоже. Большая свинка.
Здесь бдительные стражники. Ah!
Эту шкуру Дафни.